семена томата, помидора, обыкновенного ясона F1 порадуют опытных и начинающих овощеводов обильным урожаем, простыми условиями выращивания и высоким вкусовыми данными плодов. Этот сорт можно выращивать для личного употребления, переработки и продажи. Красные приплюснутые помидоры с плотной сочной мякотью аппетитно выглядят, хорошо переносят транспортировку и относительно долго хранятся. Если вы решили посадить семена томата Ясон F1, подготовьте парник или пленочное укрытие. Чтобы сократить количество зелени, необходимо заниматься формировкой кустов. При правильном уходе каждый квадратный метр посадки даст 16,5 кг урожая. Томат обыкновенный Ясон – это травянистые с типом роста, индетерминантные. Цвет плода красный. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.